В ближайшее время в Казахстан завезут 150 тысяч китайских тест-систем на определение коронавирусной инфекции. Проверять будут только прибывших из-за рубежа или находившихся в близком контакте с заболевшими. Обследовать людей будут в провизорных стационарах. Результаты исследования будут получены в течение 12 часов. В Минздраве пояснили, тест-системы не будут использовать для скрининга или профилактики. Для этого существуют специальные экспресс-тесты. Сейчас ведомстве разрабатывают схему их применения. Определены три поставщика, которые получили разрешение на разовый ввоз продукции. На этой неделе экспресс-тестирование уже начнут проводить в одной из частных лабораторий столицы. Известно, что на бесплатной основе пройти экспресс-тест смогут пожилые и дети до 18 лет, состоящие на учете с хроническими заболеваниями органов дыхания. Остальные желающие смогут пройти процедуру платно. И так как это частная лаборатория, мы не возбраняем, наоборот, с целью улучшения диагностики и более широкого охвата, они могут проводить данное тестирование бесплатно. Да, но это не ранний метод выявления заболевания. То есть на это хочу обратить внимание. То есть это в этой ситуации, когда используются экспресс-тесты, это уже будут болеющие либо переболевшие пациенты. Бесплатно проводим мы методом ПЦР-диагностики именно для диагностики тех, кто могут быть потенциально заболевшие.